Привет, меня зовут Сергей Тарасов, и если ты смотришь это видео, ты счастливчик. Этим роликом я начинаю свой YouTube-канал, на котором буду делиться с тобой своим опытом и осознаниями. Моя жизнь включает в себя разные сферы, такие как бизнес, отношения, предпринимательство, наставничество, мужская реализация, путешествия, исследование этого мира. Мне 36 лет, и за это время я глубоко погрузился как в духовный, так и в материальный мир, создав несколько бизнесов, инвестиционных проектов, социальных достижений. И если бы 17 лет назад в моей жизни появился человек, который мог бы поделиться всем этим опытом и информацией, я уверен, на сейчас мои бы результаты были в разы быстрее. И поэтому на этом канале я поделюсь с тобой всей этой информацией. Но сперва давай познакомимся поближе. Все как у всех. Начиналось с детства. С одной стороны, я рос с бабушкой, которая, проработав всю жизнь в больнице, под конец вообще не доверяла стандартной медицине. И от нее с детства я уже знал такие вещи, как дыхание по бутылку, пранаямы, учился общаться с деревьями, пил разные настойки с травок вместо таблеток, изучал основы духовного мира и энергии. Помню, как-то в 9 лет, когда мои ровесники играли в машинки, я ходил по двору и задавал себе вопрос, в чем вообще смысл моей жизни, для чего я пришел на эту землю. С 23 лет я увлекся духовным миром. Я стал исследовать через дыхание, ребёфинг, холотропка, хроники Акаши. И я исследовал прошлые жизни, ретриты, Оша-мастера. Я обучался у шаманов, изучал духовные и энергетические аспекты этой жизни. Экспериментировал с сыроедничеством, с айваской и так далее. И в этом такое количество удовольствия, неги, радости. Но в какой-то момент я четко осознал, ведь я на самом деле в этот духовный мир, я убегаю от своей реализации. 30 лет моя жизнь кардинально поменялась. Я осознал, что пришел в этот мир в теле мужчины, и для меня важна социальная реализация. Я прошел кучу обучения по бизнесу, по финансам, по систематизации бизнеса. Я выстроил свой бренд портативной электроники, занял 17% доли рынка в мегаконкурентной среде. Стал коучем, бизнес-тренером, через которого прошли сотни предпринимателей, где я помог им систематизировать и масштабировать бизнес, начиная от аграриев, заканчивая IT. Стал инвестором. Проработал SEO в международной IT-компании. И все это за 5 лет. В 35 на одной из стратегической сессий я получил свою долю признания. И это как раз было то, чего мне не хватало. И тут пришло понимание, что жизнь — это не про материальный мир тоже. Пройдя весь этот путь, я чувствую потребность поделиться. Буду рад быть тебе полезным на твоем пути. Подписывайся, ставь колокольчик и увидимся в следующем выпуске.